Всем привет! Меня зовут Ярослав Полеев, и я рад вас снова видеть в нашей трюковой школе на батуте. А сегодня я расскажу про то, как исполняются трюки такие, как тантрум, фронт-ролл, скерри-кролл. Ну что ж, приступим. Отрабатывая трюки на батуте, вы научитесь не только правильной технике исполнения трюков, но и также безопасной, правильной технике падения. Также вы научитесь чувствовать себя в воздухе и в экстремальных ситуациях. Итак, мы перешли к трюкам с сальтовым элементом. Это самые базовые, самые простые сальтовые элементы в вейкборде. Это сальто тантрум, сальто скеркролл, сальто фронтролл и есть еще бэкролл. Начнем с тантрума. Тантрум – это сальто назад, прямой бланш. Если мы говорим, это занятие на акробатике, на батуте, мы делаем бланш, мы учим это с фалом. Это прогиб в воздухе. Если мы делаем этот трюк с грэбом, соответственно, это уже сальто назад, он делается с другой техникой. Поэтому эти обе техники нужно уметь исполнять как минимум на батуте. Перейдем к объяснению тантрума. Тантрум – это бланш назад, сальто прогнувшись назад. Самое важное здесь в зарезке не развернуть доску перед прыжком. У многих ошибка, когда при подъезде к волне они начинают разворачивать доску по направлению движения катера, и тогда амплитуда совершенно маленькая. Здесь нужно дождаться момента толчка, и после этого толчка можно начинать делать трюк. Мы при подъезде к волне прыгаем от катера, не в сторону встречной волны, а от катера. Соответственно, движение на сальто назад идет раскрытие, назад, а не в сторону. В чем частая ошибка многих спортсменов. Основой катания на вейкборде является правильная техника, а самое важное – это координация, баланс и выносливость. Все эти три качества сконцентрированы именно на батуте. Когда мы делаем акробатические элементы на батуте, мы постоянно напрягаем все наши мышцы. И самое важное – отработать и иметь большую выносливость на батуте. Переходим к трюку фронт-ролл. Это же сальто вперед. При подъезде самое важное – не забыть толкнуться, и при подъезде к волне должен быть определенный угол. Чем он острее, чем будет выше амплитуда прыжка на сальто вперед, на трюке под названием фронт-ролл. Говоря о трюке скерри-кролл, что подразумевает под собой сальто вперед с поворотом на 180 через лицо, этот трюк даже проще исполнить за катером, нежели фронт-ролл, так как приземление будет лицом к катеру, в отличие от переднего сальто под названием фронт-ролл. Значит, здесь вся особенность такова, что нужно, прежде чем этот трюк исполнять, нужно кататься в свече. После того, как вы научились кататься в свече и собрались делать этот трюк, обязательно нужно сохранять движение и угол подъезда к волне. Без этого не будет ни амплитуды, ни скорости вращения. При исполнении переднего сальто руки должны подтягиваться к поясу, а прыжок происходит через плечо. Мы не головой закручиваем себя вперед, а именно плечом. Левое или правое, в зависимости от стойки, плечо идет к противоположному бедру. И именно из этого движения складывается трюк скерри-кролл. Still an all-nighter, hit the snooze button. Still puffing, it's all nothing since a young 20-something. You've been trying.